Из аварийного жилья в Энгельсском районе планируют переселить около 2000 граждан. Для них в Энгельсе построят новые микрорайоны. Губернатор Валерий Радаев посетил три основные стройплощадки. На улице Весенней уже полным ходом идут работы. Здесь возвели один дом в 5 этажей. По словам застройщиков, после ввода в эксплуатацию в новые квартиры смогут въехать 197 семей. Само здание будет состоять из 5 блок-секций. А вокруг него построят целый микрорайон со школой и торговыми объектами. При этом поблизости уже есть 2 детских сада. Затем Валерий Радаев отправился на стройплощадки 2 многоквартирных домов в районе Схи Энгельса. Несмотря на огромный объем работ, застройщики уверяют, что ключи от квартир жители получат уже в декабре. Учитывая, что конкурсы все-таки провели очень поздно, поэтому время у нас оттягивается. Но нам обязательно надо завершить в этом году. Почему мы сегодня на стройке, почему мы разговариваем с подрядчиком, он гарантированно говорит, что 1 декабря будет сдача. Муниципальная власть это подтверждает. Министр строительства Тепин подтверждает. Поэтому эти гарантии мы берем на контроль для того, чтобы 31 декабря сдать этот дом. Точно так же с инспекционной проверкой Валерий Радаев планирует посетить строительные площадки всех районов Саратовской области. Сроки сдачи объектов и финансирования вместе с застройщиками губернатор обсудил на совещании. Если деньги на реализацию второго этапа программы переселения полностью поступили, то на третий и четвертый пока не хватает 3,5 миллиардов рублей. Из них почти 2 необходимо найти уже к лету следующего года.